На конкурс дети читают стихи. Герасимова Анна, 13 лет, поселок городского типа Ярославский. Читает стихотворение «Я помню чудное мгновение» Александра Сергеевича Пушкина. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал недолго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный развеял прежние черты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь.